Боже, милостив будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истину блажить тебе, Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшего истину Серафим, без исцеления Бога Слова, родившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благи сии человека любится. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Небольшое вступление, как всегда, перед молитвой. О молитве. Сейчас идет Великий пост. Приходится говорить как раз к месту о посте и о молитве. Каждый день являет нам бесчисленные благодеяния. Желаем мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарованное, чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Иоанн Златоуст. Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божье и от Бога. Поэтому на нас лежит долг благодарить Его за все, за всякое благо, получаемое от Его щедрой десницы, явное или неявное, за всякое доброе деяние или подвиг, за всякую победу над врагами нашего спасения, как нам заповедано. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам 5:18. Позаботьте же возгревать в себе чувство благодарения к Богу с момента пробуждения во весь день и засыпай со словами благодарности на устах, потому что ты погружен в Божие благодеяния, в числе которых и самый сон. Преподобный Никодим Святогорец. Дальше все это. Только назову кого, и дальше опять кавычки открываются. Это из книги взято «К истинному православию». Я на нее материал собирал, на эту книгу, 40 лет. И всех святых отцов. Если кто не знает, то этот труд называется «Патрология Мини», который собрал. Это 300 томов. Томов, это не книжечки, томов их, фолианты большие такие. Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога. И Ему воздавай благодарность, Ава Исаия. Вот сколько читаем, и все от Бога, от Бога. И люди не могут понять, которые есть, что Бог тому, что дал нам, вообще-то все Его, и жизнь Его, и земля, и планета, и солнце, воздух, все Его. Но Бог все время желает нам напоминать об этом, чтобы нас тоже научить быть благодарными Богу, молиться, и кроме того научиться видеть нуждающихся. Вторая заповедь – люби ближнего, как самого себя. Первая – люби Господа Бога твоего. И перечисляется одно слово – всем умом. Не половина, не 99%. Всем умом, всей душою, всей крепостью, всем разумением, то есть все, что у тебя есть. И Бог к тому, что нам дает, и мы можем пользоваться,
тратить, наслаждаться, прикладывает еще к тому, к девяти частям, одну десятую, десятина называется. Ее кто не платит? Ты отдай священству. Если нет негде там, ты ее все равно откладывай. Ты найди нуждающийся, отдай. Но это минимум, ниже которого опускаться нельзя. Со всякой мелочи. Евреи понимают, смина, анис, они платили. И Господь не сказал, что не надо делать. Но то делай и милосердие не забывай. А кто такие не платит? А я им знаю название. Это лживые святотатцы, то есть воры. У них интересно, когда с ними ближе знакомишься и узнаешь, десятину не платит. Но это не члены нашей общины, у нас таких нету. Нету, я с ними знаться даже не хочу. А они везде лгут. Он даже не хочет. Я говорю, ну почему ты солгал? А я думал. Да зачем думать, когда явно видно, что это не так? В другую сторону показывали тебе. Не знал. Почему ж ты не знал-то? То есть он лжец. И притом ворует он не у человека, а у Бога. Книга пророка Малахии, 3 глава, 8-9 стих. Вы все, Бог обращается, все обкрадываете меня. Ну как это, Бог, ну представим, что он рядом, Господь Христос, и его тоже можно было обкрадывать. Ну хотя у него ничего и не было, ну можно было одежду своровать, там сандалии или что-то. И Бог вот так разговаривает понятным языком. Вы меня обкрадываете. Не просто вы недобрые, а вы мое берете. Ну, своровали соседа, я не говорю, что меня обкрадывают. Соседа своровали, обкрадывают-то. Это Божье. Человеку не доходит до сознания. Почему? А у него все лживое. Десятина не принадлежит нам. Так это в Ветхом Завете. Какая тебе разница в Ветхом Завете? В Новом говорится, что все, что у нас есть, это от Бога. Все. Вот Никодим Святогорец говорит, мы читали, Златоуст, сейчас прочитали, что говорит Ефрем Сирин, и дальше считаем. Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога. Ему воздавай благодарность. А во Исаия, Исаия это не пророк, а один из святых отцов, принесите смертные, не друзья, товарищи, братья, сестры, как? Принесите смертные благодарение Сыну, избавившему нас от рабства, в котором содержала нас смерть за наши грехи. Он запретил смерти, спустился в ад, извел умерших из гробов. Кто в состоянии воздать ему за благость его к нашему смертному роду? Ефрем Сирин. Вот мы считаем 5 глава Деяния апостолов. Анания с Сапфирой. Солгали лжецы. То есть, а что, речь шла только о деньгах. Речь шла даже не о молитве. А за столько ли ее продали? За столько. Его попали мертвыми. Не было десятин. Бог установил. Ее не надо нам искать нигде, ничего. Как тогда в Ветхом Завете Бог все давал. Все. От дыхания в ноздрях. Так и здесь. Земля под ногами, чтобы... Воду, которую мы пьем, пищу, которая есть, дети, дом, дерево, все, что растет, все, что движется, все, что мы видим и слышим, все он сделал. Ну, есть люди, которые не верят в это. Я слышал рассказ такой, в поезде едут, и сидит старичок, и стали беседовать, а молодой студент, и ну, вот вы говорите от Бога, да не от Бога. Вот понимаете, вот везде все эти споры разные разлетаются, мы их даже не видим в другой раз. А среду создай подходящую-то, и все, и появится. Он говорит, а как оно появится? А вот смотрите, я сейчас тряпку возьму, намочу ее, пойду в туалет, и положу, а нам ехать тут 13 дней. Поезда медленно шли. И к концу, как к Москве подъезжать будем, я вам открою, и вы увидите, там какие-то букарашки появятся. А он, видно, мусульманин, такая бородка у него. Ну, он нарвался-то, думает, он ничего не знает, старичишка-то. А он говорит, ай, как нехорошо. Взял Божий тряпка, Божий вода полил, Божий букашка вылез. А ты свой тряпка возьми, свой вода сделай, своя букашка будет. Ничего не будет. Нету своей тряпки. Еще она получена, росло, что Божие. И Бог, желая, чтобы мы были милостивы к другим, приложил и сказал, отдай, верни, своей рукой отдай.
И вот мы видим, вот фильм сейчас поставили, я вчера на него ответ дал. Иннокентий Сибиряков. Это человек такой жил, сейчас его канонизировать собираются. Какой он был миллиардер и как жертвовал. И отец его такой же был, золотопромышленник в царское время, в царской империи. И как они учат детей, ребенку дают деньги, большие там, тысячи. И нищие стоят, он, иди отдай. И дети такие веселые росли, и все от него приняли. Мы живем на улице, ну, в городе вот сейчас. И у меня жена готовит что-то, и какие-то праздники такие, даже небольшие. И она, у меня жил племянник, она ему даст, так бабушке они отнеси. И он бежит своей рукой, он такой и остался. У нас отец без руки, без левой, под плечо не было руки. 10 ребятишек. Но он еще весной овечек пас. И говорит, Богу давал обет, что если я пропасу, не потеряется, то половина барана, это в деревне были такие, бабушки жили, нищи, я отдам людям. А вера маленькая у отца была, но это он знал. И нас заставляли относить. И на другом конце жила бабушка тоже. И мама моя, у меня день рождения 10 июня, и она знала, что нужно канон молиться, моя мама, а Евангелия не было. И она на другой конец меня посылала к той бабушке, которая знала, как молиться, чтобы я отнес там пирог, молока. Вот так приучили. И эта любовь к бабушкам осталась у меня. Денег нету, по копейке накоплю, но вижу, где она просит милостыню, она, ее кто-то изгнал, бабушку, она всегда просила. А я учусь техниками. И мне охота подойти к ней и дать. Вот заложите в своих детей это самое. Научите их все делать с благодарностью. И далее. Принесите, говорит, смертное. Название какое? Смертное. Вот обратись так. Подойти к президенту, сказать, я пришел к вам поблагодарить вас, смертный президент. Поди, не понравится? Или подходим к священнику, святые отчи. А подойти и сказать, я подошел к вам, смертные отчи. Как архиерею, смертный владыка, или как там. Если бы мы имели в себе по 1000 душ, не следовало ли бы положить все за Господа? Впрочем, и таким образом мы не сделали бы ничего достойного Его благодеяний. Хочешь ли знать, как нужно выражать благодарность? Исповедовать свои согрешения, и значит благодарить Бога. Кто исповедует свои грехи? То есть мы сейчас вот встали, Боже, милостью, будь мне грешным. Все молитвы говорят об этом. Что он сознает виновность в бесчисленных грехах и только не получил достойного наказания. То есть Бог помиловал меня не потому, что я хороший, милосердный. Он-то и наиболее благодарит Бога. Случится ли хорошее? Благословляй Бога. И хорошее останется. Случилось ли плохое? Ну что плохое-то? Украли у тебя что-то, там еще что-то сделали. Прекратится. Благословляй Бога. Мы не знаем, что нам полезно в той мере, в какой знает Бог. Следовательно, получили или не получили, когда молились, просили. Мы должны благодарить Бога. Это говорит святой Иоанн Златоуст. И сразу открываются кавычки. Как необходимо дышать, так необходимо благодарить Бога в искушениях, скорбях и лишениях, каким подвергаемся мы на пути Богоугождения. Симеон, Новый Богослов. Я повторяю кое-что вчерашнее, для того, чтобы утвердить и показать, как мы должны Бога благодарить. Следствие молитвы то, что мы пребываем с Богом. А кто с Богом, тот далек от его противников. Григорий Ниски. Молитву делают успешнее не только слова, но и добрые дела. Чтобы она, молитва, была услышана, Бог ответил. Вот почему читаем 10 глава Деяния апостолов, Корнилий. Корнилий, ну он даже не иудей был. Ну, по-нашему сказать, может быть, майор, подполковник римской захватнической власти. Но молился всегда и делал добрые дела. И ангел явился и говорит, на память пред Богом пришли твои молитвы и милостыни. Как будто Бог забывал, а сегодня он достучался. И слова-то какие, на память, да, ну смешно даже. Но человеку тогда понятнее, наконец Бог меня услышал.
милосердие к ближнему и смирение перед ними в совокупности с чистотой сердца составляет основание и силу молитвы. Желающий заняться подвигом молитвы, прежде нежели приступить к этому подвигу, постарайся простить всякому, причиняющему какое-то ни было зло. Первое приготовление к молитве состоит в отвержении памятозлобия и осуждении ближних. Сначала это с себя выкинь все. Намереваясь принести молитву Богу, отвергни все помышления и попечения земные. Вот это очень трудно. На молитве стоишь, и куда-то мысли. Иван Грозный стоит, и до половины службы достоял, а потом поплыл умом-то, да, как же мне эту известку-то доставать-то, занести, завести на Воробьевы горы, там строится храм. А ему юродивый-то потом и сказал, ты полслужбы молился только. И во все... А людей-то несколько тысяч было, он говорит, полтора человека только было, полтора. Перед молитвой покади, то есть как кадило возьми в сердце твоем фимиам страха Божия и святого благоговения. Постарайся умилостивить судью смирением. Нигде Богу-то не говори «спасибо тебе, Бог», как сектанты говорят. Ну где это в Библии ты нашел «спасибо-то»? Что я тебе, кореш какой-то? Молитву должно совершать с верою, основать ее должно на незлобии. Приготовлением к молитве служат непресыщенное чрево, освящение попечений, то есть ни о чем уже не заботься в это время, мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх имей, расположение души наиболее сообразуется с положением тела, как ноги держать вместе, пятки вместе, не переступать, не подгибать колено, бывает колено то одно наклонит, то другое. Руки или скрещены на груди, или опущены вниз, но не сзади. Первые христиане молились, крестообразно простирая руки, или в таком же положении, распростершись на земле, в подобающем месте, не облокачиваться, не опираться на что-либо. Глаза устремлены вверх, вперед или вниз, но не блуждают, не озираться. Ничто так не способствует молитве, как послушание, умерщвляющее нас для мира и для самих себя. Сознание своей греховности, своей немощи, своего ничтожества – необходимые условия для того, чтобы молитва была милостиво принята и услышана Богом. Стой на молитве твоей, как бы ты стоял перед самим Богом. И вот спроси, кто это сказал, то, что я сейчас считал? Это не просто так сказал, но это сказал человек, которого, наверное, все знают, если я буду называть. Ну, по-простому сказать, моя тезка. Игнатий Брянчанинов. А сейчас будем молиться. Я кланяться земно не могу, у меня с позвоночником после операции трудно. Вчера маленько там пошевелился и опять сползает. Смотрите, кому видно. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти себя грешного, яко николи же благое сотвори пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Уставши от сна, припадаемте блаже, ангельскую песнь вопиемте сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвиг вместе, Господи, ум и просвети сердце, и усне мои отверзи, во еже петите, Святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, ико его же деяния обнажатся. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому героя Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивого и грешно, не погубил меня со беззакониями моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигл меня еси, воеже утренните словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, помущайтесь со всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Нам говорят, разницы нет, где находится у нас микрофон. Но я сомневаюсь, что это так. Вот хочется поближе сделать, потому что где... Ну, мы видим даже что-то, где... Всегда они делают его как можно ближе. Вот видишь, я тут у меня засыпилось. Ну-ка я попробую подтянуть его. Слышно очень хорошо. Хорошо, а то я еще поближе сейчас сделаю. Да нет, ну, хорошо, что что. Где бывает, видишь, всегда они прямо около себе, да еще держат. Особенно псалтырь, когда считают, хочется, чтобы все слышали, понимали. Вся псалтырь разбивается на 20 кафизм. Каждая кафизма на 3 славы. Ну, то есть одна 60-я часть псалтыри. Мы считаем именно одну славу. Так лучше будет, нет? Давай. 37-й псалом. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрел Твои вонзили в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетую хожу. Ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи! Перед Тобой все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет,
оставил меня сила моя и светочей моих, и того нет у меня. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие души мои ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда передо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаясь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе не чтил передо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, и я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед Тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открывая уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли вопли моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи Боже мой. О чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжение жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял уста моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал сердце мое, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаил милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняет меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои,
так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся, посрамятся все, ищущие погибели души моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне: «Хорошо, хорошо». Да радуются, веселятся тобой все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: «Велик Господь!» Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос по своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедротах и неизреченной милости, ибо Ты сказал, что верующий меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верою спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, дает причастника славы Той вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторт меня Твоих рук и ограды, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, а чрево матери моей. Сподобь меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил ко свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прещающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь мне грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы с языка моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов,
и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий Владимир, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молительником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага же творящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священной Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, и весь священнический и иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, иным даешь священника, если угодно тебе, смири власти и воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них иви благодеяние церкви твоей, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время и приготовь народ к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, согласно слову Твоего, за отступление от Тебя. Слава Тебе, Господи, за прошедшую тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Никиту. Пришли добрые жители здесь, знающими тебя, любящими уставы твои. Сохрани школу там. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Лептину, расширь пределы наших общин, найди новые души, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чада, их Валентину, Алексея, и же с ними, Валентину, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Воззри на угрозы врагов, на их злые замыслы, разруши их, не дай им желаемого. Устыди их, и в судный день не помяни их безумия, и закрой их лживые уста, дабы не хулили дело Твое. Благослови благодетелей наших, Ты всех их знаешь, Господи. Елену, Евгений, Наталью, Максима, Владимира. Господи, даруй исцеление, укрепи болящих, дай силу перенести все с благодарением, не возроптать. Сергея, Алексея, Александру, Анну. Валентину, не Анилу, Игоря, Василия, Нину, Акелину, Калерию. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, за все благодарю Тебя, мой Господь,
и во все свое время окажется полезным. Аллилуйя! Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Дай им страх Твой святой. И наше сокровище сайт и форум, что есть, сохрани для пользы многих людей, трудящихся Игорю и Дмитрию Григорьеву. Сергея, Василия, помогающих нам, Тимофея, Мартина, брати, Германа, Александра и всех воюющих против церкви. Найди и обрати, как некогда обратил Савла гонителя. Слава тебе! Путешествующих Раису, Льва, найди отступников Николая, Михаила и всех, ты знаешь, не дай им погибнуть в ожесточении сердца. Пробуди их совесть, открой их глаза, где они находятся. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Между нами да будет всегда мир, любовь и согласие по Слову Твоему, Христе Боже наш. Посети узников, томящихся за Слово Твое, плененных, убиваемых, детей Твоих. Дай силу все перенести и не возроптать на возложенный на них крест. И прими их в обители вечные. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вечно отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение родителям, сродникам, благодетелям. И сотворим вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей. Не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, укрепи нас, научи нас быть благодарными за все, что Ты даруешь нам, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дару жилье, Сергею и Гавриилу. И нас помилуй, милости Твоей ради. Аминь. Укрепи народ Твой, дабы не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми.
но чтобы вышли навстречу тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илею добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да дарует Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Молите Бога, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомидийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь наследие свое, дабы никто не отрекся от тебя и не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Укроти их непокоревость. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Александрийский, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий, Радонский, Стефан, Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков развей, Господи, и в ничто преврати. Спаси Россию от еретиков и помилуй нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Терсофия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Юния, Киприан и Устина, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. И укроти непокоревость Галины, семейства Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлии, Елены, Людмилы, Галину и Анну. Аллилуйя! Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Далее еще 12 поклонов, земные все, я не могу просто. Боже, милостью будь мне грешному. Боже, очисти меня и помилуй от всякого беззакония. Прости мои грехи, что совершил ведение и неведение, в уме и в помышлении, в водне и в нощи, и во все дни жизни моей. Прости, помилуй, ибо ты благ и человеколюбец. Будь милостив ко мне грешным. Спаси и помилуй по милосердию твоему. Долготерпеливый и многомилостивый, Господи Боже наш, слава тебе, аллилуйя! Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне, душа целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и же не осуждать и брата моего,
яко благословен еси во веки веков. Аминь. И прими нашу молитву, и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Владыка, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай Ты, да слышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Вот это утреннее моление. Создастся молитва, это одна молитва. Господу Христу, к ангелу-хранителю. А когда вместе все, называется моление. И даже этого не знает, говорит, а почему то молитва, то моление. Ну, моление это продолжительное и в совокупности все молитвы. Далее. Сейчас Володина приготовит у меня. Мы порядок маленько изменим. Раньше мы насчитывали из Евангелия толкования. Каждый день у нас уходит на это два ролика по полчаса. И часовая у нас, как программой можно уже назвать, уже больше 450 событий дня. Вчера какие были события, что делали, спрашивают людям надо. Мы будем отключать. А потом включать как после каждого ролика. Кто желает послушать. Сейчас я отключаю. А потом подключу, кто не желает, тот отойдет. Может, у вас другое время, надо отдохнуть до работы. Так,